1 сентября, в День знаний, актеры Ивановского драматического театра приготовили сюрприз для своих зрителей. Школьникам младших классов и их родителям они предложили совершить увлекательное путешествие в мир сказок. Перенестись в волшебную страну детям помог не кто-нибудь, а величайший сказочник Александр Сергеевич Пушкин. Обычно мы играем на сцене, но вот в этом году как бы у нас сцену разобрали, у нас ждет радостное событие, у нас ремонт сцены. Но мы не могли оставить это мероприятие без внимания, понятно, да, потому что это большой праздник и для детей, и для родителей в школе. И вот мы решили организовать, ну, как могли, вот здесь, на площади, праздник для детей. Эдакий флешмоб с танцами, с отрывками спектаклей. Праздничное настроение помогли создать герои полюбившихся спектаклей, таких как «Сказка о царе Салтане», «В некотором царстве», «Шиворот на выворот», «Людвиг и Тутта». Физкультуру всем любить, с мячом и шайбою дружить. И это все для вас, и это все для вас, и это все для вас. И это все для вас, и это все для вас, и это все для вас. Молодцы! Устроить большой праздник под открытым небом предложили актеры. Школьники должны знать, что в Ивановском театре драмы любят и всегда ждут гостей. Мы хотим быть более в плотном контакте с детьми, потому что без детей театра быть не может. Это совершенно понятно. И формируются вкусы будущего театра. Поэтому мы уделяем очень большое внимание этому. Пока в драмтеатре ведется ремонт планшета сцены, актеры не перестанут работать для ребят. Спектакли будут проходить регулярно на сцене Ивановского музыкального театра. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.